Для кого подходит виза Е2? Виза Е2 является неиммиграционной и выдается в том случае, если вы планируете заниматься бизнес-деятельностью на территории США. Такая виза предусматривает постоянное нахождение в стране без возможности выезда. Если вы вдруг выезжаете из США, то необходимо повторно обращаться в посольство и снова получать визу. Идеальным вариантом является приехать в США, запустить бизнес, чтобы он начал свое развитие, после этого вернуться на родину и снова податься на визу, которая уже будет позволять въезжать и выезжать из страны. Для начала процедуры бизнес-иммиграции по программе Е2 необходимо определиться с форматом бизнеса и определиться со штатом для переезда. Нужно быть готовым к тому, что в каждом штате будет своя налоговая ставка. Далее прописывается бизнес-план, полный комплект документов предприятия и ваши личные документы направляются в миграционную службу и рассматриваются до 6 месяцев, может и дольше. Также хочу отметить, что продлевать данную визу можно неограниченное количество раз, в зависимости от состояния вашего бизнеса.